Ряженка считается традиционным кисломолочным напитком Беларуси, Украины и России. Изготавливается из топленого молока при помощи брожения. Имеет мягкий, приятный вкус, легкий кремовый цвет. В составе продукта встречаются витамины Е, ПП, А, С, витамины группы В. Также ряженка содержит кальций, калий, железо, магний, натрий, воду, органические кислоты, насыщенные жирные кислоты, дисахариды, золу, холестерин. Белок в напитке усваивается намного лучше и считается полезнее, чем молоко. Ряженка улучшает работу нашего желудка, помогает в профилактике болезней почек, необходима для нормальной работы кишечника. Ряженка в большом количестве содержит молочный жир, способствующий лучшему усвоению кальция. Поэтому при систематическом употреблении напиток помогает укрепить зубы и кости. Сладковатая, густая, кремового цвета с розовым оттенком ряженка нередко заменяет ужин или перекус. А при похудении она станет одним из самых незаменимых продуктов в рационе, как и любая вкусность из разряда кисломолочных. Надолго дает чувство сытости, тем самым помогает перебороть голод. В ряженке содержится лактулоза – пребиотик, образующийся естественным путем еще на этапе производства топленого молока. Он не растворяется в желудке и доходит в неизменном виде до кишечника, где служит стимулятором для собственных бифидо- и лактобактерий нашего организма. Помогает организму восстановиться после приема антибиотиков, предотвращает появление дисбактериоза и повышает иммунитет. Не обходят стороной этот чудесный напиток и любительницы делать косметические маски в домашних условиях. Нанесенная тонким слоем на лицо и руки ряженка питает кожу и осветляет ее. Если смешать этот напиток с касторовым маслом и нанести себе на кожу головы, то получится отличная маска для укрепления волос. Внимание! Противопоказана ряженка людям с избыточным весом, а также с нарушением обмена кальция. Этот напиток чаще всего употребляется в свежем виде. Также ряженку используют и для готовки оладий, пирогов и блинчиков. На основе напитка готовят различные смузи. Хранить ряженку лучше в закрывающихся стеклянных банках в холодильнике сроком до 4 дней.